Все нафиг, сдаюсь. Хоть вы меня ругаете, что так. Типа, вот, вспомнил, блях. Где у него аккумулятор? Я уже час лазю, он сел. Немножко. Ну, короче, бензина не было, я завел, прогреть надо, за курями ехать. Долбить курей. Тут нет. Там фильтра и все такое. Ну, нет же аккумулятора. Нет. Это не аккумулятор, ничего. Жидкости. Туда ничего не уходит. Копейку китайскую нашел или японскую. Кто знает. Пока искал. Вот. Там? Ну точно нет. Тут тоже. В дверях что ли? В бардачке нет. Тут тоже нет предложения. Копейки. Хуянь какой-нибудь. Хай лежит, зарай не бросит. Ну, не открывается как-то тут. Все запаяно. До этого надо, да и маловероятно. Эта штука не открывается. Бензина 3 литра залил. Тут у меня для бензозакосы было. Неразведенного бензина. В крыше, да ну нафиг. Сзади все посмотрел. В дверях что ли, блин. Да как так? Под крылом где-то. Ну, да ну. Сомневаюсь. Тут ничего не отрывается. Вот танцую, хожу уже, где-то пытаюсь найти в интернете. Мне все там продажа, да, замена еще чего-нибудь. Тут покажу. Может, кто скажет, типа, вон на той минуте, вон там вот у тебя вот. Это он! Такой маленький. Нет, он ни хера тут. Так вот, если общее. Это фильтр. Это что за... Ну, это, скорее всего, какие-то, да, релюшки. Это здесь. Это что за моторчик? Генератор, что ли? Генератор. Жидкость проверил заодно. Нету. Нету. Только китаёзы спрятали. Может, налить его на аккумуляторе 18650, который... Так его вообще хер найдешь тут. Да. Так, пишите, короче. Я не знаю, надо ехать. Сейчас-то на Хонде поеду, но вообще... Как так? Не бывает. Ну, у меня все хорошо. Зима. На озеро еще не ходил, некогда совершенно.